еще одно обращение в СТН. Вот петли купили мы, да? Они идут под правую створку. Все нормально, все собрано. Но у нас створка левая. И нам надо переделать вот это. А вот эта штука забита. И вот как ее оттуда вытаскивать? Вот берем пакетик, берем бордюр. Давай. Берем люху. Да, и начинаем долбить. Вот какой вот, ну, я не знаю, как помягче слово-то сказать. Есть такое слово? Умник. Придумал вот такую шляпу, что надо вот выколачивать на бордюрах подручными средствами, шестигранником, этот долбанный штифт. О, вот петлю зафаршмачили уже. Ну как такое может быть? Ну-ка вытащи руками. Вытаскивай просто. Поворачивай. Причем тут сбиваются вот эти все насечки. Что это за нитки? О, вытащили, да? Ну, частично, да. А, ну, частично сломали, короче. Вот у нас еще третья петля. Вот мы ее также изничтожим. Давай посмотрим. Давай. Что на это может сказать мастер, который это придумал? Или это даже, наверное, какой-нибудь инженер-конструктор? Вот так это предлагается делать заказчикам, то есть покупателям. А если бы я один был, кто бы не держал? Нет, не выходит. Да, так же разбивается она. Так же разбивается. Давай. Что творите? Стой, стой, стой. Ну, на бок. Старые петли за новые продать?